Как написали в соцсетях обеспокоенные родители, дети одной из групп вынуждены гулять на соседних площадках или вместо прогулки отсиживаться в детском саду. Недовольны начавшимся строительством и жильцы соседних домов. Офисное здание находится очень близко к дому номер 37 по улице Горького. Все это очень впритык сделано. И не очень. Я, конечно, довольна, что тут вот построить дом. Лучше что-нибудь из скверика. Хотя у нас вот скверик вроде делают. Вот. Но все равно вот людям окна в окна смотреть очень, конечно, тяжело. Кран простаивает, ворота закрыты, рабочих не видно. Сейчас, судя по всему, строительство приостановлено. Однако, как бы ни возмущались жители, ясно, что возведенный этаж небольшим передвинуть не получится. В администрации Рязани инцидент никак не комментируют. Говорят лишь, что вопрос находится на личном контроле у главы города. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».